Точка сбора – полигон под Брестом. Именно здесь на протяжении 3 дней проходит учебно-методический сбор молодых сотрудников Управления Следственного комитета по Брестской области. В этом году участники не только учатся, набираются опыта, но и в какой-то степени соревнуются между собой. Так сказать, выявляется лучший. Традиционно мы собираемся в полевых условиях, где молодые следователи на протяжении 3 дней получают теоретические знания, а затем свои теорию и умения применяют на практике при осмотре мест происшествий, места ДТП, места убийства. Также с ними будет проводиться строевая подготовка, огневая подготовка и различные культурные и спортивные мероприятия. Огневая подготовка следователю необходима, все-таки мы военизированное подразделение, и поэтому каждый следователь должен уметь обращаться с оружием. Сейчас были проведены занятия с пистолетом Макарова. Зачеты у начинающих молодых сотрудников принимались по дисциплинам, играющим ключевую роль в работе следователя. Юноши и девушки демонстрировали свои теоретические знания по применению огнестрельного оружия, сдавали нормативы по огневой подготовке. В первый день такую насыщенную испытаниями программу плюс полевые условия, далекие от кабинетных, выдержать непросто, зато польза большая, говорят молодые следователи. Стреляла я не первый раз. Дело в том, что я проходила первоначальную подготовку в Институте Следственного комитета с января месяца по май. Там у нас неоднократно проводились учебные стрельбы. Проводились они часто довольно, раз в неделю мы стреляли точно. Приходит ли все с мастерством, с опытом? Могу сказать, что, конечно, да, поскольку сначала у меня не все получалось. Но в целом, в конце учебы в своем институте у меня были хорошие результаты по стрельбе, в частности, из пистолета Макарова. Из автомата Калашникова стреляли только один раз, поэтому это будет моя вторая стрельба. Я являюсь молодым сотрудником, работаю в подразделении Следственного комитета всего лишь 4 недели. За это время успел набраться немало опыта, скажем так, и в данный момент организован учебно-методический сбор для молодых сотрудников, избранных в Брестской области, где с нами занимаются преподаватели Управления Следственного комитета по Брестской области. Проводят как практические, так и теоретические занятия. В вечернее время занимаемся спортивно-массовыми мероприятиями. В первую очередь он как-то сближает коллектив. И также в этом процессе может набраться немало опыта, я считаю. Нельзя строить свою служебную деятельность только на знаниях, полученных в университетах. Следователь должен постоянно работать над своим самосовершенствованием, не останавливаться в развитии, постигать новые вершины и получать новые знания. Именно поэтому 3 насыщенных дня для ребят положат начало профессиональной карьеры каждому из этих 16 молодых следователей. Как говорит мой начальник Борис Борисович Асфасов, нет следователя девушки, нет следователя мужчины. То есть следователь – это следователь. Нет никакого разделения на женский пол и мужские, требования одинаковые. Знания и практические навыки, полученные в ходе подобных мероприятий, должны стать надежной основой будущих профессиональных достижений ребят.